Слава Богу. Дорогие драгоценные братья и сестры, у нас сегодня в гостях пастор реформаторской православной церкви Сергей Журавлев. И я с удовольствием передаю ему микрофон. Я надеюсь, что ему очень серьезное и сильное свидетельство. Я надеюсь, сегодня его услышат все. Поздравляем. Спасибо. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, Аминь. Богу Всемогущему, и ни в ком другом нет спасения, Аминь. Братья и сестры, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Аминь. Одно имя, один Господь наш, Иисус Христос, и церковь она одна. И для меня это великое и откровение, и великое действительно благо. Потому как я знаю, твердо верую, что Господь основал свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Или как там еще в буквальном переводе с греческого, да, не устоят перед ней. Мне это очень нравится. И церковь его, она едина, независимо от того, как мы называемся, именуемся, какие рясы, костюмы носим, какие обряды совершаем, потому как Он сказал, я создам церковь мою. Именно Его церковь, в первую очередь. Это не православная, и не протестантская, и не католическая, и не какая-то еще. Это наши человеческие всевозможные барьеры, границы. Но, как говорил один известный там муж Божий еще в начале 19 века, митрополит Московский Платон, наши земные, говорит, барьеры, границы, они до неба не доходят. Действительно так. Слава Богу, что до неба не доходят. И сегодня для меня честь сегодня быть с вами, и тоже присоединяюсь к словам благодарений. Очень здорово, что в вашей церкви есть такой месяц благодарения. Я тоже благодарю Бога за вас, за знакомство с вами, общение с вами. Кого-то больше, кого-то меньше уже я знаю здесь, в церкви. И огромное спасибо за молитвы ваши, за участие ваше посильное и сверхсилу участие в моей семье, в жизни, вот, в судьбе моей семьи. Хотя, да, ну, как бы, разного рода неприятности, они еще некоторые продолжаются. Молимся за зятя моего Михаила. Он сейчас на реабилитации, слава Богу. Сейчас отправили на реабилитацию его в центр вот, реабилитации. И дочь мою Настю с внуком моим я увез пока к нам в Тулу. И молюсь за детей. Знаете ли, вот конец года так вот, таким тревожным выдался. Но я хочу вспомнить сегодня... Я знаю, что тревоги наши и проблемы, которые в жизни встречаются, это... для верующего знак свыше какого-то божественного чуда. Бог приготовил какое-то сверхъестественное чудо, чтобы прославиться в очередной раз и в очередной раз поразить противника нашего. И я хочу вспомнить то, что произошло в начале этого года, в самом начале. Я приезжал на одну из конференций, дом объединения церквей, дом хлеба называется, и мне дали слово на этой конференции. И на второй день конференции жена прислала мне сообщение, потом мы перезванивались, созванивались, и она рассказала детали. Знаете ли, полное... так получилось, что в первый день этой конференции как раз было от врачей полное подтверждение ее, абсолютного ее исцеления от онкологии, рака. Значит, борьба была очень долгой, знаете ли, на протяжении... ну, скажу так, 16 лет была борьба, почти 15, ну, 15, почти 16 лет. Борьба была нешуточной, и, в общем-то, я благодарю Бога за то, что вот моя жена, она выстояла. Я даже, знаете, я так подумал тогда, думаю, да, даже для меня честь быть мужем такой жены. Она у меня героическая очень женщина, я не такой герой, знаете, по жизни. Значит, и... хотя обычно меня называют героем, там, вот реформатор, там, но, знаете ли, честно говоря, я порой удивляюсь вот, героизму своей жены. Она отказалась от лечений, от операций, хотя приговор был еще 16 лет назад был такой страшный,
Врачи давали максимум несколько месяцев жизни. Рак был формы, враг, это точно знаю теперь. Вот, и значит, и был такой формы и такого качества, что и так распространявшийся, что съедал очень быстро. Значит, однако же, несмотря на это, она отказалась, значит, от операции, от лечения даже. Я не знаю, у меня не хватило бы столько духу, знаете ли, наверное. Значит, вот так вот, я обычно сразу там лечусь как-то, значит, но она отказалась, и она, ну, это было ее решение. Конечно, я советовал, может быть, все-таки лечение какое, по крайней мере, лечение. Но в лучшем случае она согласилась на некоторый пересмотр рациона питания, значит, но ни в коем разе не лечение. Вот я, то есть только Бог. Вот, и, конечно, это было ее решение, было такое героическое решение, но, однако же, ей было очень тяжело. Ну, скажу так, что это была проблема такая. Она у меня такая, знаете ли, вот, не говорит, вот, она больше вот один-один с Богом. Мало говорит вообще людям о том, что больно, когда больно, вот, и она даже мне мало что говорила. Вот, потом было чудо, конечно, все эти 15 лет были чудеса, потому что враг отступал, но не отступил сразу, а отступал мало-помалу. Такими, знаете ли, порциями, иногда с переменным успехом. Вот, но 13 лет назад было обследование, врачи удивлялись, ну тоже настаивали на операции, но по сравнению с тем, что было 16 лет назад, это было как небо и земля. Значит, это были тоже опасные формы опухоли, значит, и они внутри поражали ее, но врачи разводили руками просто и удивлялись, что в сравнении с тем, что было тогда и сейчас, это что за лечение было, что они не могли поверить, что никакого лечения не было вообще. Ни одной таблеточки, ничего не было абсолютно, было только лишь молитва, обращение к Богу. Но все равно они наставили на операции, потому что даже то, что было тогда явно, это, ну, как бы однозначно только лишь операция. Значит, но и тогда она снова отказывается, вот, и потом были опять годы борьбы, и вот она в начале года обратилась снова в больницу, не было никаких болей уже больше года, значит, но она обратилась в больницу для проверки. Проверка показала полное ее здоровье, исцеление, абсолютно не было, даже врачи разводили руками, государственная обычная клиника, разводили руками, что даже нет намека на то, что это было заболевание когда-то у вас вообще. Ой, она обратилась тогда еще в частную клинику, уже были платные анализы дорогие, значит, но она хотела именно как раз этим вот и засвидетельствовать. Значит, знаете ли, и там, значит, были, значит, дорогие врачи, значит, они осматривали. Они полностью подтвердили то, что сказала вот эта государственная клиника, что даже нет намека на то, что у вас было когда-то подобное заболевание. Вот, и вот она мне как раз сообщила это во второй день конференции, вот рано утром, перед как раз моей проповедью. Для меня было... Я конечно, сразу такой верующий. Знаете ли. Вот, да. И я очень такой довольный. Вот, вышел, значит, за кафедру тогда. Вот, так что год у нас начался с такого чуда. Да, значит, а в конце прошлого года мы как раз говорили, что этот год, вот, мы продолжаем как тему Хануки, обновления. Кстати, сейчас праздник как раз Ханука. Да. Праздник Ханука, сегодня горит пятая свеча или лампада этого праздника. Сегодня вечером зажигается уже шестая. Праздник идет на убыль. Всего 8 дней этого празднества. Праздник Ханука и... Даже минора необычной формы, да, обычно минора, она семисвечная, а на Хануку она зажигается необычной формы, девятисвечная. Шамаш, это вот одна свечка чуть выше или в стороне, и вот 8 свечей к ряду. Я думаю, историю это многие знают, а может кто-то и не знает. А кто вообще знает о истории Хануки? Помашите ключевые. Вы нам рассказали. А, ну да, ну я на сложении немного рассказал, немного, да, в общем-то. А вообще о них... об этих героях, Маковеях и о Хануке, значит, можно прочесть в книгах маковейских.
Да, это, эти книги, они обычно в нашей православной Библии есть между книгами каноничными Ветхого Завета и каноничными Нового Завета. Книги не канонические, то есть православная церковь, в отличие от католической, не признает их каноничными, богодухновенными, но полезными, назидательными, историческими писаниями считает их. Вот, и я вот как бы из них вот, ну, не буду сейчас зачитывать подробно, вы можете при возможности это прочесть. Я скачал себе разные переводы, также и разные издания. Я думаю, вы тоже можете на свои гаджеты поскачивать, значит, все на свете. Значит, и прочесть при желании вот эти как раз, в общем-то, книги не канонические. Но хочу прочесть из канонических писаний чтение из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоханана, да, вот, или в русском звучании от Иоанна. Значит, я прочту из Евангелия от Иоханана, значит, буду читать в еврейском перевод Штерна, Давида Штерна. Я очень люблю этот перевод и комментарии Давида Штерна, поэтому я чаще всего к нему обращаюсь, но здесь будет синодальный перевод перед вами. С 22 стиха, 10 глава Иоанна, с 22 стиха, Иоханан пишет здесь. Затем в Иерушалайме наступила Ханука, была зима, и Иешуа ходил по территории храма в колоннаде Шломо. И вот иудеяне окружили его и сказали ему: «Сколько еще ты будешь держать нас в неведении? Если ты Машиах, скажи нам об этом прямо». И Иешуа ответил им: «Я уже говорил вам, но вы не доверяете мне. Дела, которые я совершаю во имя моего Отца, свидетельствуют обо мне. Но вы не доверяете мне, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слушают мой голос, и я узнаю их, они следуют за мною, и я даю им вечную жизнь. Они никогда не погибнут, и никто не вырвет их из моих рук. А мой Отец, давший их мне, превыше всех, и никто не может вырвать их что-либо из рук Отца. Я и Отец одно». Аминь. «Я и Отец одно». Новый Завет записан на греческом языке. Но вы понимаете, да, что Иисус, он же Иешуа оригинально, его имя Иехошуа, то есть Бог, Иегова, Спасатель, или спасение от Бога, от Господа. Он говорил на арамейском, на иврите, на арамейском, на одном из диалектов иврита. И слово, которое он мог употребить, ну, 99% и 9 десятых, вот в 30 стихе обозначено как одно, в этом солидарны, согласно все комментаторы фактически, это слово, еврейское слово «эхат», «эхат», «единый», «единый». Это слово «я и Отец одно», «я и Отец одно», «одно», «единый», «эхат». Это то, что по отношению к Господу употребляется. Вот та молитва, которую Иисус говорил. Я повторю ее сейчас на еврейском. «Шма Исраэль, Адонай Элогейном, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». И вот это драгоценное слово «эхад», «единый», оно также в Библии употребляется по отношению к человеку лишь однажды, когда Бог создал Адама и Еву. И Он сказал, что оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тоже слово «эхад» стоит там, еврейское. Это таинство, действительно. Иисус здесь сказал великое вот это таинство о себе самом, о том, что Он есть, действительно, одно целое с Отцом. Мы знаем, что Отец, Слово, Святой Дух едино. Едино. И эта великая тайна раскрывается вот в, этом, в этих словах Иисуса. Но не только в словах. То, что я прочитал, да, в делах. В делах. Перед тем Он исцеляет, невероятное дело, уму человеческому непостижимое, рожденного слепым человека. Знаете ли, в Израиле такого чуда не было. Поэтому это чудо сделало шум большой. И, конечно, были разные толки об этом, разные разговоры. Знаете ли, враги, ну, понимаете ли, завистников много. Я думаю,
ну, любой служитель это понимает, что любой человек, в принципе, знает, что человек, достигая, ну, хоть небольшого даже результата, всегда будут друзья какие-то, значит, и будут завистники. И чем больше результат, неважно, в бизнесе, значит, в служении или каком-либо в чем, больше будут и ярче будут друзья, и ярче будут завистники. То есть это так, так всегда. Как бы это, ну, это результат грехопадения человеческого. Это старая вот эта природа падшего человека. Она, ну, как бы, везде абсолютно одинакова. Неважно, это где, в религии это, или в политике, или это, значит, в бизнесе, во всех деяниях человеческих. И вот Иисус, Он достигал, конечно, и в служении на величайших высот. Знаете ли, никогда в Израиле не было таких чудес, отродясь, с самого начала. И, конечно же, Он нажил себе много кучу друзей, очень искренних, верных друзей, но и еще больше, наверное, врагов. Особенно в лице религиозной системы, да. Религиозной структуры. Знаете ли, вот такой раввин самоучка, самородок. Вот, знаете ли, он пошел против рожна, против всех. Ни с кем он особенно не яшкается. Да больше того, и всех еще осуждает, обличает. Вот это да. Знаете ли, но Иисуса это не останавливало. И в следующем разделе уже этого Евангелия, в 11 главе, рассказывается, что он воскресил друга своего Лазаря. И воскресил друга своего в четвертый день после смерти, когда уже невозможно, согласно представлениям всем иудаизма, невозможно было воскрешение. Только лишь возможно было в последний день уже воскрешение. Воскресение из мертвых в последний день. В это верили и Марф, и Мария, в это верили почти все иудеи, ну, кроме Саддукеев. В общем-то, маленькой фракции, значит, элиты. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, но никто из учителей Израиля, из числа верующих, безусловно, не мог бы даже как бы принять это, что можно вот подобное совершить. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, можете тоже вывести на, здесь на экран, 11.25, одно из моих любимых мест Писания. Я очень люблю это место из Писания, и есть на самом деле у каждого из нас какие-то любимые, особенные для нас места из Писания. Рема, да? Рема. Откровение. И чаще всего это рема приходит в нашу жизнь через какую-то там проблему, испытание. И Иешуа сказал ей: «Я воскресение и жизнь. Всякий, кто поверит в Меня, будет жить, даже если умрет». Аминь. И вот это воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Вот эти два имени Его я хочу вам оставить сейчас. Это мои любимые имена. По крайней мере, с 2003 года однозначно мои любимые имена. Я люблю все имена моего Господа. В этих именах Он в каждом имени, знаете ли, как вот драгоценные камни. Я вообще, ну, не любитель камней, не ценитель камней, знаете ли, но есть люди, которые очень большими являются ценителями камней. Я художник, вообще по своей специальности, доцерковный художник. И для меня, как бы вот, даже порой по именам трудно запомнить человека, бывает какие-то детали такие, знаете ли, а вот импрессию, вот этот образ, я запоминаю, сам образ художник. И вот я бывал вот в таких мастерских, где эти драгоценные камни, их обрабатывают, ну, в Амстердаме, там, на улице, целая улица этих камней. Просто идешь, и там, знаете ли, такие камни выставляются порой целые, не то что, ну, целое состояние стоящее. Вот, и возле каждой витрины толпа зевак всегда, значит, и можно заходить в мастерскую, и прямо при тебе все это делают, смотришь, так интересно. И я смотрел как художник, мне интересно было вот именно внимание этого мастера, вот, как он эти грани шлифует, поясняют, там переводчики работают, они поясняют, комментируют, как, значит, правильный камень выбрать. Значит, и интересно, что вот я понял так, что в каждом имени своем Господь как в какой-то грани. Он раскрывает свою эту красоту. Потому что всю эту как бы ценность, да, все это, все вкупе Господа
не увидишь сразу, но в каждом имени он открывает что-то о себе, особенное. И вот это удивительное, особенное в этих двух именах – воскресение и жизнь. И эти два имени, они открылись мне в 2003 году, когда, как служитель, я переживал кризис, очень серьезный такой кризис. Я намеревался оставить свое служение уже, даже не намеревался, а точнее оставил даже, если правильно сказать. Накануне, то есть я как бы пришел к пониманию, что я занимаюсь не своим делом, что я не мог себя простить, и мой первый помощник ушел, и все, как бы, там целый комплекс проблем в церкви. И я себя просто-напросто съедал и не мог простить себя. Я разболелся, 2 недели просто с температурой валялся на ровном месте, просто от переживания всех этих, от стресса этого. Потому что все сразу всплыло, все сразу, как бы. Такие страшные проблемы. И, знаете ли, накануне, в пятницу я в четверг поговорил с моими помощниками в церкви, и я объяснил ситуацию, что я не могу, я не вижу морального права дальше заниматься пасторской деятельностью своей. Я чувствую себя банкротом просто, вижу себя банкротом, как пастор. Что... Ну ладно. Они с сочувствием, братья, отнеслись к этому, потому что они видели, в каком я состоянии, и, в общем-то, благословили меня, помолили за меня. Я говорю, братья, я не то чтобы демпельские настроения, но я буду помогать при возможности кому-то как-то, но ни в коем разе не лидером. Упаси Господь, говорю, где-то в церкви, да, но в целом помогать где-то на подхвате, но не тот, кто ведет впереди. И знаете, друзья, это было в четверг, в пятницу мы решили, накануне решили, в пятницу мы утром в машину сели, я был за рулем, и мы поехали в Россию тогда, с Киевом, и дети с нами, у нас 5 детей было тогда, жена, 5 детей, все вместе, я за рулем, все хорошо, прекрасно, рано утром мы выехали, и в тот день мы попали в аварию. Я за рулем достаточно уже долго, и знаете ли, никогда не попадал, слава Богу, никакие серьезные передряги. Вообще в аварии не попадал, Бог миловал, хотя были ситуации близкие. И но в тот день я сбил подростка. И это было очень страшным событием в моей жизни. Даже вспоминать об этом, очень сложно. Знаете, как будто тот день был для меня как будто кино про кого-то другого, не про меня. Знаете, никогда на мне я не чувствовал себя так скверно в жизни вообще. Потому что никогда на мне не было крови, я так полагал, человека. А здесь была кровь человека. Удар был сильный, удар был смертельный. Я был за рулем машины, и, парень, как потом уже выяснилось, милиции выяснилось уже, у следователя узнал детали, многие там уже в кабинете будучи, спустя там столько часов, узнал такую историю, что этот мальчик, старшеклассник со школы, сбежал с уроков, и он на мотоцикле выехал покататься, без прав, просто собрали в гараже там пацаны, и он выехал покататься на трассу, представляете, почему он оказался на трассе в тот день, и пытался из одного села в другое село через трассу пересечь ее. И здесь как раз я. Это было не в населенном пункте, это было за их селом, перед другим селом, получается. То есть красный режим был. То есть вина была, здесь уже не моя. Но это страшно, что было само ДТП. Но я скажу, что сразу поделюсь этим свидетельством. Хотя удар был такой страшный, сильный, смертельный, но Бог был милостив к этому мальчику и ко мне в тот день. Бог воскресил того пацана прямо там на дороге. Это был первый случай в моей жизни, в моем служении, когда Бог воскрешал мертвого. Потом были другие случаи еще, но этот был самый первый, и он был самый для меня запоминаемый. Не то, что запоминаем, нет, они все памятные, эти воскрешения, но дело в том, что это было, так, как оно было.
То есть это был момент, когда я ушел со служения. И утром так хорошо себя чувствовал, надо же, я больше не пастор. Так здорово. Думаю, так здорово, гора с плеч. Вообще, думаю, жизнь проходила мимо. Жена послушная, дети радуются. Ну, все хорошо вообще, машина завелась в первый раз вообще. Вообще, все прекрасно вообще. Я не пастор, аллилуйя. Вообще, думаю, Господь, спасибо тебе. Наконец-то жить начал. Вот, значит, и представляете, и вот здесь, вот в этот день, вот это все. Да. И вопил я к Богу, конечно, так вот, когда сбил этого пацана. Последнюю секунду, когда вот он уже был на трассе, вот и передо мной, я пытался избежать столкновения, но было уже невозможно. Значит, и когда выбежал из машины, я убедился вначале, что жена цела, дети целы, значит, выбежал из машины. Вот, и тоже Бог помиловал нашу семью всю. Хотя дети были там, у них были синяки, ссадины все были. Вот жена еще колено так вот повредила, ну, ушиб такой был сильный, значит, и там полгода болела, и терапия была дорогая. Вот, но это все мелочи. Посмотрите с тем, что я увидел, когда выбежал уже на трассу, пытаясь избежать столкновений, я просто с трассы съехал, значит, тормозя. Значит, и, но удар пришелся, значит, все равно по мотоциклу его. Значит, зацепил я его, а если бы, ну, а так шел прямо на него, получается. И, представляете, валяется этот пацан, кровь, мотоцикл в стороне, другой, он в одной стороне, он мотоцикл в другой. Мотоцикл не подлежал восстановлению, как потом сказали. Ну, удар все-таки внедорожник, 2 тонны на скорости, мало не покажется, знаете ли. И получается так, что за того пацана, а еще мальчик еще, знаете, вот, похож на моего сына, вот, и это было так страшно. И я просто вопил к Богу. Я не помню всех слов, как я просто вопил к Нему, но я четко, я помню, что я протестовал против этой смерти. Вот, и я понимал, что это не его день, не его час сейчас. И мальчик ожил. Я перестал его ощущать. Вот как импрессию расскажу свое, как художник, да, впечатление. Я никогда в жизни до того не чувствовал ничего подобного при молитве. Вот как будто бы его тело и мое, это как будто бы одно целое, один организм. Это довольно странное переживание. И потом в какую-то секунду я перестал ощущать его вдруг. И я понял, что он вернулся. И действительно, он вернулся. Признаки жизни появились, стал шевелиться, глаза открываться начали. И он стал даже так довольно резко так вот стал присаживаться, ну, прямо на дороге. Я придерживал его, вот, значит, и сам я, конечно, тут же, как тот еврей, верю, Господи, помоги моему неверию. Вот, значит, а может, сам думаю, может быть, это не было смертельным случаем, может, это просто такой обморок такой был на дороге, мало ли, знаете ли, значит, и, ну, последующие все свидетельства подтвердили, что это все-таки был летальный исход. Значит, и, знаете, сзади, конечно, зрелище было вообще не для слабонервных. Я так по жизни вообще кровью боюсь, знаете, а здесь у него сзади голова вообще была разбита, значит, как переспелый арбуз, знаете, трескается, кости разошлись, там мозги эти вот, мякоть клокотала. Вот, а я еще придерживал ему эти косточки, боялся, что они дальше разойдутся там, значит, что вывалится оттуда, мало ли, значит, и он еще туда лез руками грязными, думаю, не так уж мозги почешут, думаю, значит, ну, как бы, видимо, чесалось, он туда лез все время, в эту дырку. Значит, и, знаете ли, значит, и скорая помощь приехала, значит, а там чуть дальше кафешка была, сейчас уже нет, я уже несколько раз проезжал по этому месту, значит, с того времени, и каждый раз, останавливаясь там, знаете, даже если с кем-то я просил остановиться, вот, значит, и молился просто, благодарил Бога за, знаете, памятные места. Порой по дороге едешь, знаете ли, вот автолюбители часто замечаем эти вещи, да, там, значит, то там веночек, там еще что-то, место трагедии. Мне очень хочется, чтобы в момент пробуждения что-то изменилось, и будут такие отметины. Здесь Бог, здесь покаялся человек, здесь было исцеление, здесь было воскрешение, здесь бесы вышли из человека, ну, какое-то свидетельство мощное. И вот там на въезде в Киев, там есть у нас место такое, один столб, его сейчас восстановили, этот столб. Значит, с отцом Алексеем, когда мы ездим, он все время тоже возле этого места молится.
Там Бог воскресил пацана, значит, ну, это уже сам отец Алексей молился уже. Вот тоже был ДТП, и прямой въезд в столб был. Значит, и стояли милиционеры, и жмурик уже, как труповозку вызвали, все, значит, и он молился, и было чудо. Значит, менты стоят просто вообще, батюшка, что это такое вообще? Вот, а приехали за трупом, как раз труповозка, какой труп, пацан живой, ну, поломанный, но живой. Но это уже другая история, вот тоже памятный знак такой, знаете ли. И вот, а там, в тот момент, приехала эта машина, забрали этого пацана, и врач скорой помощи, после, что он сказал там, значит, как бы там, на месте, что, ну, мы, я понял, что мы не довезем его до больницы. Раны несовместимы с жизнью, короче. Вот, значит, то, что он увидел, врач, это несовместимо было с жизнью. Вот, но я не разговаривал с врачом, и спорить было бесполезно, значит, его забрали, увезли. Но у меня внутри было несогласие со словами врача, абсолютно. Я понимал так, что думаю, какой-никакой, хоть поломанный, но живой, по крайней мере. Если Бог его сейчас воскресил, то не для того, чтобы он по дороге помер. Значит, будет жить, будет жить. Вот, уже потом уже, будучи, мы, потом приехала милиция, они ДАИ, смотрели место происшествия. А я сам еще молился в посадке за этого пацана. Значит, жена с детьми осталась возле машины, я ушел в посадку, молюсь за пацана этого, ну, за исцеление его. И знаете, как бывает, вот иногда молишься, да, а внутри такое, что не молись. Бывает такое ведь, да, что, что уже все как-то сделано. Ты уже понимаешь, что внутри, ну, я еще сам пытался молиться без Бога, так, без Духа, но на сухую. Уже понимаю, что уже, ну, это Бог не хочет принимать эту молитву даже. Я уже начал просто благодарить его и молиться, думаю, ну, я не знаю как, но он уже что-то там решено. Я же не знал всех деталей, что оказывается по дороге его Бог полностью исцеляет. Вот, значит, его полностью исцелил за 10-15 минут буквально, всего лишь. Раны несовместимы с жизнью и исчезают бесследно вообще. Ну это было фантастикой. Очевидно, но невероятно. Значит, да, и, но об этом я потом узнал. А тогда ждал милицию, они когда приехали, смотрели место происшествия, я там познакомился с этими милиционерами. Им было интересно с батюшкой поговорить, у меня была дорожная ряса, так подрясник такой поддорожный мой. Вот, значит, они там все о служении, о церкви, а мне какая церковь, какое служение? Вот, вот, смотрите, что. Ну, батюшка говорит, не вы первый, не вы последний. Как бы, стали меня утешать своими ментовскими утешениями. Ой, там такие утешения, ну, что, мол, еще хуже бывает, еще гораздо. А мне эти утешения еще более тревожны, наоборот, даже. Вот, значит... И, значит, интересно, что, ну, сказали батюшку, ну, это, ну, жмурик, все, это летальный исход, судя по тормозной пути, его транспортное средство, не подлежащее восстановлению, там другие пацаны приехали еще, постарше уже, на мотоциклах тоже, постарше, ну, уже такого возраста, не школьного, значит, и они сказали, а мы знаем, судя по мотоциклу, мы знаем, откуда этот пацан, вот это село, они там сами эти вот ребята, мотоцикл собирали этот, вот, значит, ну, конечно, они от дороги в сторону отволокли, когда сказали милиционеры уже, значит, и там было видно, что сказали мне, что уже все, ну, уже не подлежит восстановлению, значит, и, но я сказал этим милиционерам, что, значит, его увезли не в морг, а в реанимацию, что вот он живой, ну, я не говорил про молитву, про воскрешение, как бы, значит, но отвезли его туда, но милиционер, там, Сергей Шкура, капитан милиции, я с ним познакомился, так особенно, тогда, в тот день, он сказал, что, говорит, ну, если даже увезли в реанимацию, то ненадолго, батюшка, поверьте, уже не первый год на дороге, уже видели всякое, ну, уже, судя по всему, где его тело лежало, где ваше транспортное средство, его транспортное средство, ну, шансов ноль. Ну вот, но это было еще одно подтверждение такое, этого чуда, что это все-таки было не обморочное, как бы, а вот именно, да, время у нас немного, да? Окей, значит, и вот, расскажу саму суть этого, дальше, чуда, потому что, и вот, одним словом, по дороге, за тех 10-15 минут мальчик полностью исцеляется. В кабинете следователя, в моем присутствии, врач скорой помощи, тот самый врач, он зашел и он говорил, это чертовщина какая-то. Потому что это не была галлюцинация массовая, тем более кровь на мальчике осталась свидетельством, что все это было на самом деле, это не приснилось нам. Значит, но когда ему смыли кровь, то не нашли ничего. То есть за тех 10-15 минут срослось все, и кожа, и кости, абсолютно все бесшовно срослось, ни синячка, ни царапинки, ни чемошники. Это еще ничего. В связи с тем, что было дальше.
Значит, когда мальчика раздели догола, был хирург. Хирург, понятное дело, видел, что мальчика привезли с ДТП. Он видел его одежду, но хирург был глубоким атеистом. Кстати, он не так давно ушел в вечность уже. Надеюсь, он все-таки покаялся перед Богом. Вот. Для него это в тот день было свидетельство сильнейшее. Хирург этого мальчика осматривал, и ему задавали разные вопросы, проверить, в каком он состоянии, мало ли, значит, там, да, значит, с головой. Так вот, и врач был, этот, был потрясен. Дело в том, что у него, он сказал так, что как будто бы переодели его в чужую одежду. То есть одежда подтверждала, что на нем должны были следы быть, различные повреждения должны быть на теле. Но на теле все чисто. И все работало, ничего не, он не говорил, он не видел же поломанного черепа, это видел только врач скорой помощи. Но для него было вот это все было свидетельством сильнейшим. И еще в чем было, почему он был в том, таком как бы ауте даже. Значит, потому что он по ходу узнает этого мальчика, что он лежал у них в хирургии. И мальчик подтверждал, да, я лежал у них в хирургии. Было связано с мотоциклом тоже падение, был перелом у него зажило все хорошо с первого раза у него тогда. Но почему хирург был просто в таком удивлении глубочайшем? Делали когда снимки, не только следы от новых переломов исчезли, нету, не было вообще никаких следов, как будто не ломался никогда, но следа от старого перелома не было также. Потом делали повторные снимки, в тот же день вечером, уже другие были врачи, не хирург, но хирург тогда, он был потрясен этим самым. Ладно, там исчезли там каким-то образом там, ну, эти, но вот след от старого перелома, и в присутствии моем следователю было сказано врачом следующее, что не бывает бесшовного срастания костей. Как бы у него хорошо не срослось в первый раз, но должен быть след какой-то от старого перелома обязательно. Вот поэтому они вот это чертовщина какая-то они говорили. То есть они, ну, в Бога не верят, но хоть во что-то верят. Значит, получается. Но ни один черт не является источником блага. Всякое даяние благое, дар совершенно свыше сходит от Отца Света. Слава Богу. И, дамы и господа, братья и сестры, потом, как говорится, дальше влезли партизаны. Там было еще больше чудесного. Но я расскажу, что, чем все завершилось в том дне. Завершилось еще одним чудом. Мы ехали обратно, милиционеры были в таком были удивлении, следователь был, молодой офицер, он был в таком просто, знаете ли, от меня попытались как можно быстрее избавиться. Выйдите от нас, батюшка, ибо мы грешники, они как-то так, все, пожалуйста, по документам, вот, пожалуйста, побыстрее так уезжайте, значит, им страшно, реально страшно стало. Ну вот, значит, как бы, сейчас уже задним числом, думаю, я бы, наверное, сейчас какую-то пропасть сказал бы. Тогда было не до того, честно говоря. Я сел в машину и поехал, просто не сказав ничего им. Значит, благословил их, значит, и поехал. Значит, и, так вот, но по дороге, мы поехали обратно, повернули домой. И по дороге обратно Бог заговорил. Еще один стресс. Представляете, я нормальный человек, я не псих, я не слышу голосов, знаете ли, значит, и за рулем, и оружие владею, значит, то есть, как бы, понимаете, значит, то есть, ну, как бы, владел, я уже распрощался с оружием, но, в общем-то, знаете ли, ну, я не являюсь психом, абсолютно, значит, но в тот день я слышал голос, громкий голос, я имею в виду, внешний, внутренний, но это было очень громко. Настолько, как будто в машине резко включили громкую музыку. Я вообще не люблю в машине громкой музыки, даже если все время включаю так чуть-чуть совсем фоном лишь. А здесь как будто громко. Я полагал, 100% жена все это слышит. Это, я полагал, это слышно за, далеко за машиной даже. Настолько это было так. Но как потом выяснилось, уже на другой день уже, когда общались мы там на кухне, то выяснилось, что жена ничего не слышала даже. Никакого дополнительного звука она, шума даже не слышала. А я слышал громкий голос, который говорил мне 3 раза. И знаете, у меня куча вопросов, мне бы кто ответил на мои вопросы в связи со всем этим происшествием. И представляете, я слышу голос, который мне 3 раза задает один и тот же вопрос. Он меня спрашивает, этот голос, ты это видел? Только громко. Я не могу ничего сказать. Сейчас, может, он что-то сказал бы, но тогда я не мог ничего возразить даже. Я только вспоминал, что произошло в тот день, и как бы что-то «да», говорю, «да, Господи». И все, больше ничего не мог ему сказать. Дальше еду опять то же самое. «Ты это видел?» Это не передать, как это было, прозвучало очень громко. 3 раза одно и то же, и я ничего ему не мог сказать. Но каждый раз лишь мог вспомнить по деталям все это происшествие. И 3-й раз, когда голос этот задал мне тот же самый вопрос,
он же дальше и сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. Вот за что купил, зато продал. Знаете ли, и больше ничего не было. Никакого ни звука, ни шума, ничего. И еду дальше. Но дальше, само собой, вспоминалось это место из Писания. Вот как раз 11.25. Вот почему, говорю, это стало местом из Писания для меня очень таким знаменательным. Я слышал это в своем, уже это не было голосом внешним, это было внутри. Как будто моя мысль, но это мысль, знаете, из Писания. Но так приятно, когда вспоминаешь из Писания что-то, да? Тем более, когда это само собой вспоминается и часто вспоминается. Одно и то же, одно и то же. Бывает, что-то дурное подхватишь утром, где-то услышишь там, или в маршрутке, или где-то еще там, какие-то там песни какие-то непонятные, и потом в течение дня этого отмахиваешься. Бывало, да? Сейчас я научился отмахиваться очень легко. Во славу Божью все это использую, и тогда уже дьявол уже не достает уже однозначно. Вот, значит, и заполняю чем-то себя, прославляю Бога. Вот, значит, и... А здесь одно и то же воспоминалось из Писания. «Я есмь воскресение». Десятки раз одно и то же. «Я есмь воскресение». Еду дальше. «Я есмь воскресение и жизнь». «Я есмь воскресение и жизнь». Это настолько было для меня шокирующе. Я одно и то же вспоминал. Но так приятно. Одно и то же. Десятки раз, но так приятно. И там есть поворот такой, кто знает, что Черниговская трасса, Кипти. Эти Кипти мне на всю жизнь запомнились. Я когда съезжал уже на трассу, значит, на Текипте, то, представляете, мысль продолжилась. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Я еду и просто восторгаюсь, удивляюсь. И пока вот не въехали в Киев, уже пост проехали, вот тогда только прекратилось это вот постоянное воспоминание одного и того же текста из Писания. Представляете? И все. На другой день уже утром, мы почти не спали, но утром рано вышли на кухню, значит, и представляете, друзья, дамы и господа, я понял четко, что я пастор, что я служитель. Он меня, Бог, исцелил в том дне, внутри исцелил, каким-то удивительным образом. Я думаю, может, это эйфории первого дня еще, второго дня. Нет. Через несколько дней были с людьми встречи, через которые было очень сильное огорчение в моей жизни вообще, и разочарование. Представляете, у меня даже ничего не ёкнуло даже. Даже не ёкнуло, как будто... Я сам удивился, я бы сам никогда бы не смог бы такое. Я бы, наверное, через много лет это помнил бы все бы, значит, и больно было бы, по крайней мере, говорить мне даже об этом. Но, представляете, ничего даже не ёкнуло. Как будто так оно и положено все. Вот это да! Ха. Братья и сестры. И, конечно, вы понимаете, что в субботу там мы арендовали там на Клубской. Я проповедовал, я не мог ни о чем другом проповедовать, я только говорил, я есмь воскресение и жизнь. Потом прошел месяц, второй, третий, я только одно мог проповедовать. Я говорил другие темы, пытался другое проповедовать. Пытался читать другие тексты, но сухую, ну, сам по себе, ну, неинтересно без Бога. Я опять начинаю, я есмь воскресение и жизнь. И люди, аллилуйя, слава Богу, опять молились. И потом начались чудеса воскресения в нашей церкви. Ну, то есть десятки случаев воскрешения из мертвых. Удивительные случаи. Бомжи в метро. Значит, парень на остановке, там, милиция, скорая помощь, значит, там, или ДТП, это, значит, там, девочка упала с этого, 13 этаж, прямо на порожке, на Харьковском массиве, возле метро Харьковской. Это вообще страшная вещь. Там у нее вообще все вывалилось. Не то, что там раскрылось. И врач даже врач в Академии наук медицинских спустя месяц, он сказал такую вещь, это мама передала ее, этой девочке, школьнице, передала такие слова его, что я, конечно, не верующий человек, он профессор, да, но он сказал так, что ну, вам нужно точно в храм пойти, свечку поставить, это точно Бог, потому что то, что произошло, через месяц девочку выписывают, они сохраняли просто, чтобы немного денег тянуть, и, то есть, в принципе, поддерживать жизнедеятельность органов некоторых, и все. А через месяц ее выписывают, и она уже в школе учится. Правда, еще с этой штукой, там, и костыль, и все, но... По сравнению с тем, что было, все было раздроблено у нее. Воскресенье было, и, ну, не такое быстро, но в течение месяца исцеление. И врач признал, что мы сделали десятки разных этих операций, но процедур всяких, но ни одно из них не повлияло на то, что произошло. Он признал этот факт. Удивительная вещь. Слава Богу. Потом проводница в поезде тоже померла. Врач ставит уже летальный исход. Медицинский работник выходит из купе проводников. При мне вызывают труповоз, уже отменяют на ближайшую станцию звонок от начальника поезда. Отменяют, значит, этого реанимационную, вызывают труповозку.
уже упавшим голосом, начинаем молиться, говорю, проводницам этим, молить, они плачут, все эти женщины, молитесь. А у нее было сильнейшее откровение, сильнейшее отравление было у нее, пусть у нее будет сильнейшее откровение, да. Тогда у нее было отравление, самогонкой, не тем она напаялась в то время. Кто-то на станцию угостил, и у нее вот так вот пошло, и представьте себе, вот так на нее подействовало. Врач на меня как на психа смотрит, понимаете, он специалист, он врач, летальный исход, звонит этот начальник, а я говорю этим женщинам плачущим, молитесь за воскрешение. Он на меня так посмотрел, думает, следующий пациент. Но когда женщина воскресла, ожила, на глазах, стала дышать, она, правда, еще страшная была вся такая зелено-черная такая, но она дышала, глаза у нее на место встали. Вот, понимаете ли, врач уже смотрел не как на психа. Он уже, знаете, уже немая сцена была. И начальник поезда опять звонит туда, на станцию, отменяем труповозку, вызывайте реанимационную, а там громкое слышно. И оттуда говорят со станции, да что у вас там происходит вообще? Чудо! Вот это да. Но я к чему это рассказываю. Вот в течение этой недели у вас очень хорошее такое, с домашними заданиями, кстати, здорово, мне так нравится. Да, как в школе Христа. Вот, домашним заданием, воскрешайте мертвых, исцеляйте больных. Ну, мало ли там, где что. Действуйте, братья и сестры. Дело не в нас, дело не в наших каких-то там подругах или чем-то еще. Тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Я так понимаю, что вот Ханука учит нас этому как раз, книги Маковейские этому учат. Если бы Маковеи те думали, вот придет освобождение как-то само собой, знаете, по щучьему велению, там, по моему хотению, вот оно как-то само собой придет на блюдечке. Нет, ничего бы не изменилось бы. Но если бы 5 столетий тому назад Маковей уже нашего времени, нашей эпохи, Мартин Лютер, если бы он, знаете ли, вот, понимая, как и тысячи других священнослужителей, да, что, значит, и сами в заблуждениях, и воля народ в заблуждения, знаете ли, если бы он там на кухне бы там с друзьями бы посудачили и разошлись, все, знаете ли, ничегошеньки не изменилось бы, в Европе до сих пор бы сжигали бы на костре бы, ведьм бы. Но знаете ли, друзья, что изменилось? Изменилось все, когда человек начал действовать с Богом вместе. Бог наш есть Бог Хануки. И Маковеи от слова Макаби, молот, кувалда. И пусть молотом Божьего Слова в нашей жизни какие-то идолы, как те Маковеи крушили идолов истуканов, в нашей жизни будут разрушены истуканы, идолы во имя Иисуса Христа. И тогда служение, даже малое, то, что мы в руки Бога предаем, один сосуд лишь был, его хватило максимально лишь на один день горения. Но Маковеи дерзнули, рискнули с Господом. Когда с Богом рискуешь, это благословение великое, огромное. Когда именно в нем и с ним и вместе. Вот, и этот сосуд, этого масла хватило удивительным образом на 8 дней горения, до момента приготовления нового елея. Это было знаком свыше для вот этих героев, что, еврейских этих патриотов, что Бог благословил, и Бог свой храм вот этот удивительным образом воскресил, как бы, они назвали это новым освящением, как бы, обновлением храма. И, дамы и господа, братья и сестры, мы живем в эпоху третьего храма. Храма не из бревен, не из камней, не из золота, серебра, храма Духа Святого, храма уже... Стройки тысячелетий, на протяжении 2000 лет из нас, из живых камней, созидается Церковь Бога Живого, которая есть столб и утверждение истины. Из нас созидается прямо сейчас. Хотя в истории христианства часто все как бы превращалось в долгострой, как бы, и порой казалось, что уже как бы проще сломать, чем достроить. Но по милости Господней 5 столетий назад закончилась эпоха великой деформации мирового христианства, деградации. Началась эпоха великой реформации, восстановления. И сегодня на строительной площадке Царства Божьего, этого третьего храма, кипит работа вовсю. И Билли Грэм, один из величайших проповедников 20-го столетия нашего времени, он говорил, что за последних 30-40 лет 20-го столетия обратилась к Богу, приняла Иисуса как своего личного спасителя Господа, приняла крещение в согласии со своей верой, как обещание Богу доброй совести, примерно столько же, говорит, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую. Он это говорит не просто как евангелист, а как и историк очень хороший.
хотя на русском мы его мало знаем как историка, больше как евангелиста. Но, дамы и господа, удивительнейшая история. За первых 15 лет 21 столетия, которые превзошли уже в славе своей все предыдущее, обратилось к Богу, по данным Союза Южных Баптистов, на конференции были оглашены эти, даже с Индокитая, с Африки, отовсюду были данные оглашены, так за эти 15 лет больше, чем за 2 тысячелетия вместе взято, включая тех 30-40 лет последних 20-го столетия и 19,5 столетий предыдущих. То есть даже беглый внешний осмотр истории, в которой мы живем сейчас, этого времени, показывает уникальность этого времени вообще. Слава Богу. Слава Богу. Дамы и господа, братья и сестры, благословляю вас и хочу спеть старое доброе еврейское благословение. Благословение священников. Давайте встанем. И пусть в этом благословении каждый из нас, как бы написано там в одном из переводов этого благословения, это в 4 книге Моисеевой, в числах, 6 глава чисел, последние 3 стиха, эти, значит, завершающие эту главу, 6, там слова благословения, и в одном из переводов говорится: «И пусть Бог улыбнется тебе». Мне тогда так нравится. «Пусть Он улыбнется». Это предвещает великое благо. Тем более в наши дни, когда Христос в нас. Не просто с нами, не просто возле нас, а в нас, верующих. Он не может не улыбнуться нам. Ishmarecha Yaher Adonai Panav Eleicha Vihunekha Isa Adonai Panav Eleicha Ve'yaselecha shalom. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Ганашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Амен. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, в эти дни празднества Ханука пусть в минорах наших сердец будет Твой елей. Пусть среди нас не будет тех глупых, неразумных, которые не взяли с собой елея. Но пусть Господь в миноре нашей жизни, наших семей, нашего служения Тебе будет этот елей непрестанно, Боже, и горит святой Твой Божий огонь. Во имя Христа Иисуса благослови Свой народ. И на протяжении этой недели, Боже Святой, сопровождая чудесами и знамениями проповедь Слова Твоего, Твоего Евангелия. Боже, мертвых воскрешай, больных исцеляй, Боже, прокаженных очищай. Боже, пусть всевозможные кожные болезни уходят, пусть всевозможные опухоли уходят во имя Иисуса Христа. Пред именем Твоим все покорно, все склоняется. Слава Тебе, наш Бог и Царь, и пусть здесь славится имя Иисуса. Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо. Очень сильное свидетельство. Я думаю, что это слово пророческое для нашей церкви. Конечно. Мы недавно как раз говорили об этом, чтобы и не просто исцеления были, но действительно реально Бог через нас проявлялся. Я еще раз зачитаю. Иоанна 11, 25, 26. Я открыл современный перевод.
Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь. Кто уверует в Меня, будет жить и после смерти. И всякий, кто живет и верует в Меня, никогда не умрет». Аминь. Веруешь ли ты в это? Аминь. Я говорю, веруешь ли ты в это? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Живем. Аминь. Славим. И пусть Бог проявляется через чудеса, через знамения, через каждого из нас во имя Иисуса. Аминь. 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 Аллилуйя.